на площадке Ярославич. Наши соперники, волжанин из Костромы. Мы знаем, что два здесь основных козыря у Костромы. Первое – это хорошая защита, а второе – это наличие большой торсиды. Вчера здесь Садимичная. Любит созерцать. Ну и вот, как следствие, волжанин выходит вперед. И там дальше уже доигровка пошла. Еще одна мощная подача. Лепехин и Гафаров здесь играл. Да. И он умудрился сильно туда ударить. Есть доводка. Тюрин обманывает. Шансы у ярославцев есть. Нет атаки. Енин на тройном блоке. Но предпочитает так аккуратно все сделать. И, в общем, это правильное решение, поскольку Тюрин, какая подача у костромичей сегодня. И вот, пожалуйста, и блок работает. Снова Дюкич, 3-5. Сбываются с такой мрачноватой периодичностью. А вот Тюрин, собственно говоря, своего коллегу пока смотрят. Тюрин снова подает, на сей раз укорачивает. Куприянов в приемы. И проходит пайп у ярославцев. Григорий был. Дмитрий Лепехин. Тоже неплохая подача, но Енин принял здорово. Остался на одиночном блоке. А Куприянов не успел. 4-7. Хорошая подача. И наши болельщики начинают понемножечку хлопать в ладоши. А здесь Бобров на одиночном блоке. Гафаров на подаче. Есть прием. Ну вот теперь Андрей Ванников забивает. Но... хорошая подача Иванникова. И, соответственно, очень высоко была доводка. Там Марат Гафаров тянул эмоций. Опять неплохая подача у ярославцев. Тюрин здесь не мог бить, вынужден был скидывать. А у нас Дмитрий Лепехин бить будет. Но привыкли к нему. И, судя по жестикуляции, это Бобров, Дмитрий, всякий раз. Бобров на подаче. Очень здорово. Лепехин тоже принимает неплохо. У нас первый темп есть. Мало того, он еще и результативен. 10 в прыжке. Отличная подача. Выбитый мяч. Там у Енина три блока. И он... ну, а вот... ну, а теперь еще и Сафонов подает на вылет. 10-3. Сафонов умудрился так идеально уложить мяч. Но теперь в либеро. А Егор Иванов к такому привык. Ну и Денис очень быстро сейчас снялся. Гуцуляк хорошо подал. Перед Ениным снова есть просвет. Опять... ну, это первая его подача, он не форсировал. Тюрин там на одиночном фактически блоке опять. И снова у него нет никаких... Ну и, соответственно, эти ребята хотят доказать, что они в своих... и при этом тоже ошибаются. У Ковальчука неплохая подача, будет переходящий мяч. Ну что, возрождаемся. 17-20. Не проигрывает. Пайп оставляют наши волейболисты в игре и... и пробивается сквозь тройной блок. Смотрим. Опять неплохо, но на сей раз прием-то получше. И теперь Тюрин утыкается в одиночный блок Дениса Кочнева. Угадал с заменой. Гуцуляк. В Боброва подает. Енин на двойном блоке. А теперь Козлов отличается. 21-21. Одна первого темпа. Ему бы получше прием. Снова приема нет, вообще Енин пасует. И без атаки фактически был Тюрин. Оставляет мяч в игре Козлов. И здесь Андрей Гуцуляк снова грамотнейше тактически играет. Опять неплохая подача Андрея. Тюрин. И вот на сей раз Игорь забивает, поскольку оставили ему там между руками и антенной некоторое пространство. 22-22, но игра совсем другая.
замену у Волжанина выходит Павел Таюрский. Что усиливать, потому что Тюрин подавать умеет. Кочнев, есть прием. Денис уже атаковать. И вот с атакой-то у него не все хорошо. Иванов молодец. Еще раз Денис Кочнев. И на сей раз гораздо увереннее. 23-21. Опять неплохо. Тюрин под двойным блоком. Ну, двойной. А вот Пятов выходит вместо Дмитрия Дюкича. У него не менее сильная, но куда более стабильная подача. Пошла самая жара, ровный счет 24-24. Теперь играть будем до преимущества какой-либо команды в 2 очка. И ярославцы к этому чуть поближе. Иванников закрывает его блок. По-моему, кстати, Гафарова. Нет, снова не форсирует. Иванников есть прием. Андрей атакует. Мяч остается в воздухе. Правда, здесь Гафаров касается сетки, когда перебрасывал мяч на половину Ярославича. Гафаров, есть прием. Иванников, ну, на сей раз под заднюю линию точно. 26-26. Отличная подача от Андрея. Первого темпа не будет. Тюрину там тяжело, и он не справляется с этой ситуацией. Наведенный все-таки мяч на блок. Но даже это не помогло. Еще одна подача Иванникова. Бобров принимает уверенно. Сам же атакует. И атакует опять-таки хорошо. Но он, как мы уже говорили, тяжелый ярославский бомбардировщик. Мяч в игре. И Куприянов его туда все-таки сбрасывает. Тюрин. Да, атака 2 по 2. Тут уже мало что можно противопоставить. Гуцуляк неплохо подал. И уворачивались наши волейболисты от этого мяча, но он шел. Дал. И сейчас у Гуцуляка есть сложности. Ну а здесь надо нашим волейболистам все-таки сыграть. Ну не может Денис Кочнев добить до пола. А Тюрин, наверное, может. И забивает. Все-таки 29-31. Ярославич уступает в первой партии. 31. Сумела вытащить игру на больше-меньше. Имел даже сетбол, но, к сожалению, не сумел ничего противопоставить диагональному. Подача в Енина. Тюрин. На разорванном блоке. Так совершенно. Еще одна подача Боброва. У нас снова сложности с приемом. Гуцуляк в четвертой зоне. Его там закрывает Сафонов. И 2-3. Занимаемся каким-то странным джентльменством. Вот Сафонов. Подает себе и подает. Хорошо, что у нас есть Андрей Гуцуляк, который... Ну, он туда и подает, но Енин, в принципе, готов. И Тюрин на одиночном блоке. Вторую команду выступал больше. И, в общем, играет довольно уверенно. Енин под блок Дмитрия Козлова попадает под одиночный. 6-6. Енин на подаче. Есть у Кочнева шанс, и он им не пользуется. Ну, приходится вот связующему тогда, что ли, на себя брать все эти атакующие за. И опять-таки неплохо. Сейчас надо ждать доигровщика. Да, Бобров забивает. Ну, теперь тоже ему не надо бы попасть куда-нибудь в кого-нибудь. Но он поэтому, наверное, и поупростил подачу. А нам, соответственно, это сразу вернулось. Желто-синие просят Тейса. Ну, эйс не эйс, а прием он нам, конечно, затруднил. И вот, пожалуйста, Бобров там. Вот теперь Иванников принимает хорошо. Куприянов свое дает на один и тот же слог. Поэтому так, кто громче, тот и прав. Останется мяч в игре, нет. Не успевает все-таки Денис Кочнев. И Владимир Хроменков его убрал. А сейчас опять вернул. Посмотрим, что со второго выхода получится у Дмитрия. Ну а пока первый темп работает. Только...
Это должно быть принято. Это принято. Лепехин. Мяч в игре. И даже есть передача на Тюрина. И здесь Игорь тоже. Он пока только Иванников на этой позиции, что называется, вывозит. Вот он, кстати, принял. Ну, а Гуцуляк здесь забил. Остался как диагональный. Куприянов. Ну, прием здесь хороший. Ну, и, соответственно, на одиночном блоке Енин для него... Ну, и, собственно, все. Иванников. Опять есть прием. Лепехин на тройном блоке. И сам же Дмитрий касается сетки. Нападением, потому что мы в нем... Пусть не категорически, но довольно серьезно уступаем. Вот уже и Гуцуляка смягчили. Енин. Блокаут 12-16. Иванников, есть прием. Лепехин. Ну и вот снова Бобров поднимает этот мяч. Козлов играет в защите. Ну а Дмитрия там закрывают. И обратная. Ковальчук просто перебрасывал, ну и здесь тоже просто переброс. Гуцуляк. Смотрите, как все интересно идет. Не могут команды добить до пола. Не та, не та. Ну а Боброва никто в шестой зоне-то и не ждет. 12 просто не хватает места на стене. Ну и это еще один аргумент касательно того, что неплохо бы нам... какую-то более приличную стену иметь, чтобы все помещались. То есть нужен новый зал. Там так на подаче и обосновался. И, в общем, продолжаешь штамповать. Теперь 12-2. Енин тоже понимает, что рисковать ему здесь не надо. Подает просто с руки. Что не мешает его партнерам заработать еще одно очко. Ковальчук. Есть прием Кочнева. Перед ним... разрыв. И вот тут он забивает. 14-24. И с ротацией будет полегче. Конкуренция, она вообще обладает живительной силой на этой позиции. Бобров на одиночном блоке Дмитрия Козлова. Мяч идет ниже троса. 15-25. И нас ждет третья партия. Будем надеяться, не последняя. Серословичем со счетом 2-0. Причем, если первая партия закончилась... относительно неплохо для нашей команды, то во второй случилась катастрофа. 15-25 наши волейболисты уступили. Прыгает. Подает достаточно хорошо, но здесь Евгений Заступов хорош в защите. А в приеме, а Иванов в защите. Денис Кочнев по линии. Достаточно рискованно. Андрей Иванников. Енин на сей раз принимает здорово. Бобров в блок, но это пока в игре. И вот сейчас от рук Кочнева мяч уходит в ар. В принципе. Опять неплохая подача от... А вот Боброва, но здесь Денис... Владиславу Енину закрутит этот мяч. Нет, подает в либеро. Евгений Заступов справляется. А Енин там на одиночном блоке. И как ни старался Андрей Гуцуляк это все закрыть. И даже... Кочнев... закрывает его Дюкич. 6-4. Подача в Боброва. Тюрин на одиночном блоке. Его закрывает одиночным блоком Андрей Иванников. Это 9-4. Ни в коем случае нельзя, но Кочнев еще раз в Дюкича подает. Тюрин. История повторяется. Первый раз в виде комедии и трагедии, а второй раз уже... в виде тенденции. 8. Наши доигровщики обыгрывать должны. Первый темп. Иванов, как всегда, на чеку. Здесь Кочнев в защите страхует блок. И снова Егор Иванов. А вот теперь Андрей Иванников понимает, что чем выше руки блокирующих, тем дальше от них летит мяч в аут. 11. На привычном себе месте находиться. И оп. Снова Дюкич вынужден играть. Козлов хорош в защите. А Ковальчук на блоке. Закрывает он.
Кочнев теперь силовая. Хороший прием от Заступова. И Киселев там не растерялся в четвертой зоне. Дмитрий Козлов. А Енин не рискует. Гуцуляк. Его останавливает блок. А Бобров проходит здесь на решительно покончить. Есть прием. Иванников. Очень раздосадован Евгений Заступов. Добров принимает первый темп. Есть у нас страховка. И на тройном блоке Андрей Иванников. Пока так себе. Киселев. Мяч в площадке, показывают судьи. Брейки — самая ценная валюта в волейболе. Киселев. Хорошая подача. Мяч в игре. Так, ну и здесь связующий не будет пасовать. Бобров на тройном блоке пытался сбросить. Не очень получилось. Ну и Андрей Гуцуляк не атаковал. Ну а где же был Григорий Куприянов-то? У них уже скоро откроется продажа билетов. Киселев, хорошая подача. Гуцуляк отыгрывается и делает, наверное, правильно. Потому что Андрей Иванников снимается наконец-то с этой подачи Артема Киселева и делает счет 15-10. Бобров. До Кочнева мяч долетел. Первый темп от Куприянова, а мяч-то в игре. И Енин там пластается неимоверно. А Киселев этот мяч, оказывается, забил. Третьи партии никуда не делись. Ну и вот снова мы отдаем мяч под атаку сопернику. Енин там залезает под двойной. Просто попасть в площадку. Гуцуляк. Ну вот здорово принимают наши соперники. И мы играем невеликолепно в защите. Теперь бы еще и забить. Да! Денис Кочнев разыгрывается. 18-14. Отличная подача от Гуцуляка. Не дотягивался для исполнения передачи Павел Ус. Снова есть прием. Енин на двойном блоке. И ну тут просто потому, что снова перед ним один блок. Ну и туда и подает. И этот план срабатывает. Енин после своего приема не успевает. Ох, какой молодец сейчас Андрей Иванников. Идеально. Ковальчук. Мяч шел в площадку. Бобров. Андрей сыграл уверенно. 22-18. Выходит Александр Пятов вместо Дмитрия Дюкича. Втроем принимает. И неимоверно тяжелый прием. 20 лет нет. Не можем мы от него требовать идеально стабильной игры на протяжении там всех партий. Кочнев. Мяч в игре. Иванников. Три блока перед ним. Это еще пока не финал. 24-20. Ну, вот сейчас он принимает лучше и сам же атакует. Но там есть Иванов. Мяч в игре после атаки Иванникова. Бобров прыгает с места. Кочнев оставляет мяч. А забивает его Андрей Гуцуляк. Наша светлая голова и, наверное, самый невозможный. А вот теперь Иванников Боброва закрывает. И Гафаров там отправляет мяч на свой квадрат. Там, ногой. Вышедшего вновь игрока. Проверит его, так сказать, на исполнение этого элемента. Ну, а Тюрину оставили возможность атаковать, которую он воспользовался, конечно, воспользовался, но... Пятов, планирующая подача. Переходящий Енин бить не стал, предпочел вот так забить. 3-2. Что вообще делать? А вот он, этот мяч.
Выбитый прием. Тюрин на двойном блоке. Ах, как это все не очень удачно для нас получилось. Но надо... 12 очков подряд мы снимали. Ну вот, а теперь возможно разыграть хорошо, но не получается. А Тюрин-то забивает. 5-5. Иванников. Хороший прием. Блок аут от Кочнева. Ну, хоть так. 6-5. Пощадил теперь принимающих соперника. Но не пощадили его наши блокирующие. 7-5 после блока Андрея Ковальчука. Есть прием. Кочнев там, ну, я не... внимателен был. Ну, а Пятов там хорошо принимает Егор Иванов. Кочнев вот на сей раз 4 по 4. И это очень такой... укорачивает. Пятов принимает здорово. Остается на одиночном блоке и... А вот Ковальчук в площадку попадает. У нас есть защита. Ну, как сыграем сейчас на блоке? Тюрин, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И атака зоны выходит Гафаров. И в четвертую у него Тюрин, который сейчас будет атаковать. А вот, может быть, Игорь имел гораздо больше, чем атлетические качества. Куприянов опять неплохо. Енин, правда, принял хорошо. И первый темп от Дюкича. Этого некого. Хорошая подача, но Пятов, правда, в приеме тоже неплохо. А вот и Тюрина закрывает Ковальчук. И 18-12. Это уже хорош. Первый темп от Ковальчука. Перевод влево. Хо-хо. А там на него тоже два блокирующих поднялись. То есть за два часа мы точно уйдем. Неплохая подача. Тюрин на одиночном. И он попадает в площадку. 20. Опять подача Ковальчука неимоверная. И еще раз блок. У нас прямая замена связующего на подаче. На сей раз укоротил. И что там? Бобров. Бобров теперь нашел руки к мяч. Боролись. Вот и снизу вынужден Усейнов пасовать. Тюрин попадает. Это 24-16. Ну, вполне согласитесь. Есть прием от Иванникова. Гуцуляк в четвертой зоне. И там без вариантов. Справа от блока 25-16. У нас пятая партия неизбежна. Об этом мы уже говорили. Первая подача. Бобров принимает. Он же атакует на одиночном блоке. И делает это гораздо увереннее, чем в концовке четвертого сета. Но... есть прием. Андрей Иванников. Этот мяч будет в игре. Правда, с атакой-то неизвестно что. А между прочим, и с атакой все хорошо у Костромичей. 0-2. Сейчас от экономических проблем мы посмотрим на волейбол. Гуцуляк. Его закрывает двойной блок. Но это еще не финал. Вот это финал. Похоже, Тюрин с Афоновым сильнее нашего диагонального. Но... ну а что остается? Правда, не из этой ситуации. А вот тут Андрей здорово крутанул кисть. Есть прием у наших соперников. И есть защита у ярославцев. Гуцуляк теперь в своей зоне. Но там... там его опять ждет двойной блок. 1-5. Есть прием у Иванова. Кочнев, скидка. Играется. Енин на тройном блоке. Снова Иванов хорош в защите. И Иванников на тройном блоке. Да, было касание блок-гуру. Опять есть прием. Денис Кочнев вот так. Вот мы, оказывается, умеем атаковать. Есть прием у Боброва. Енин в двойном блоке. Но он там и не атаковал. Он
отыгрывался. А вот теперь от рук Дмитрия Козлова мяч уходит в аут. 3-10. Ну, в принципе, будет все то же, что в прошлом году. Первые четыре команды, да, забивает Тюрин. Результаты тех игр. Игр с теми командами, которые тоже попали в сезон. Ну, а потом плей-аут. Плей-офф. 3-12. Сразу попадает в Суперлигу. А вторая может играть с предпоследней командой из... Суперлиги. Гусалюк 4-12. В общем, сложно сразу перестроиться. Фамилии похожи. Кочнев опять здорово с приемом все у наших соперников. Ну вот, Андрей Гусуляк здесь и принял. И забил, кстати. 5-12. Или так и летел. Кочнев, хорошая подача. Тюрин. Мяч в площадке. Надо дальше играть. Снова Тюрин. Козлов в защите, а забивать... А ему же и забивать, кстати. Тюрин справляется. Енин зарабатывает таки-то 13 очко. 6-13. Силовой отказался. И сейчас тоже подает так это. Без особой агрессии. Еще шанс у ярославцев. Козлов решает все сам. 7-13. Ну, Алексей справляется, правда, и оппоненты его тоже хороши. Бобров успевает в разрыв блока, хотя... Так, прием... Так себе, и так не очень хорошая. Со счетом 17-15 заканчивается вторая партия, а в этой встрече Ярославич уступает Волжанину со счетом 2-3.